В современном мире, как показывает практика, люди берут больше информации, в основном это из социальных сетей, то есть из интернета. И активная работа ведется это в телеграм-каналах, ну и других там в WhatsApp-сообществах. А есть такие радикальные там псевдоученые, может быть, которые проживают где-то там за границей, и оттуда они ведут свои проповеди. Многие эти проповедники обладают очень хорошей харизмой. Они являются очень, на самом-то деле, хорошими психологами. Они могут работать с людьми любой национальности. Проповедник никогда сразу его не призовет там, к джихаду, к войне там, или еще к чему-то. А все это постепенно, постепенно. Сначала этот человек увлекается этой идеологией. Молодые ребята, которые были осуждены при попытке выезда в Сирию, или же побывавшие, которые вернулись по программе ЖУСАН, и потом по их рассказам мы понимаем, что очень сильно на них повлияло именно проповеди тех проповедников, которые живут не на территории Казахстана. К сожалению, молодые ребята, они зачастую не знают, какая проповедь правильная, какая проповедь неправильная. То есть относятся это к деструктивным течениям или не относятся, они не могут отличить. Пророк нашего достопочтенного хадиса Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорил о том, что в исламе будет течений больше, чем в христианстве, больше, чем в иудаизме. И это уже нам большой сигнал, что нужно опасаться, что нужно как бы стремиться защитить свою молодежь, свое население.